Слава.
скажи мені праве нишня, Боже мій, тобі віддаю все життя. Thank you.
Ми кожного дня, Боже, дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти ведеш нас за собою. Тримаєш, Боже, крепко за руку. Дякую, Боже, що кожного дня ми бачимо, відчуваємо Твою милість до нас. Ми були недостойними, але Ти удостоїв нас щастя. Бути Твоїми синами і дочками, бути Твоїм народом. Ми дякуємо, що всі благословіння неба і землі, вони на нас, Господь, вони в церкві, вони в тілі Твого. І ми, Боже, як члени церкви, члени тіла Твого, Христу. Ми Тобі вдячні, Боже, за те, що Ти, Дух Святий, він працює в нашому серці. І те, що Ти дав залог Духа Святого, і Ти прийдеш за нами, Ти це обіцяв. І ми, Боже, радуємося перед Тобою. І ми благословляємо Твоє святе ім'я, тому що Ти, Бог, достойний. Слава Тобі, честь. Сына Духа Святого. Амінь. Давайте ми зараз помолимось, щоб Бог нам відкривав своє слово, щоб ми були відкриті для дії Святого Духа. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, що ми можемо прославляти Тебе, можемо чути Твій голос. Ми просимо зараз говори до нас, торкайся наших сердець і допоможи нам, Господи, щоб ми були не тільки слухачами, а виконавцями Твого слова. Змінюй нас, Господи, і змінюй світ навколо нас. Ми просимо в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Так, сьогодні у нас перше воскресіння місяця. І я напоминаю, нагадую, що кожне перше воскресіння, каждое перше воскресіння у нас особливе служення. Це служення місії, або ми його ще називаємо обітниця віри, або обет віри. Що це таке? Для тих, які вже довго в нашій церкві, ви все це знаєте. Для тех, кто первый раз, может быть, сегодня первый раз об этом услышите, но почему мы это делаем постоянно и напоминаем? Почему мы это делаем постоянно, один раз в месяц, и мы об этом снова и снова говорим? И хочу вас уверить, что мы это будем говорить до дня пришествия Иисуса Христа, потому что это наша миссия, это видение нашей церкви, как сегодня уже говорилось, я снова напоминаю вам, первое, спасать взятых на смерть, второе, от спасенных мы посылаем к народам, чтобы они также прозрели, чтобы для них было открыто Евангелие и был свет Евангелия в их жизнь. У нас есть, кстати, этот самый вентилятор. Может включить вентилятор? Да? Включили уже, да? Слава Господу за вентилятор. И вот для этого напоминаем снова и снова. И вот как напоминается о десятине постоянно, можно сказать, ну сколько можно говорить о десятине? Знаете, людям так свойственно забывать. И важные, казалось бы, вещи, правильные вещи, мы все равно забываем. Поэтому напоминаем. Вы знаете, сам Господь Бог нам это сказал в своем слове. Кстати, многие праздники, которые праздники Господни, Господь конкретно говорил, для чего? Помни. Вот такое нагадывание. Помни. То есть нам надо помнить. Нам надо помнить о миссии. Нам надо время от времени напоминать о том, что мы не просто пришли почитать Библию, хорошо жить, и то, а то, что есть видение, о том, что есть миссия, у Бога есть цель. И мы не просто проводим хорошо время, мы не просто улучшаем свою жизнь, мы не просто освобождаемся от чего-то или что-то приобретаем в Боге, но мы выполняем великую миссию, ту миссию, которую Бог нам доверил. Проповедовать Евангелие даже до края земли, чтобы все народы услышали благую весть. И один, это всего лишь один из механизмов или помощь для осуществления этого видения, этой миссии, это обет веры. То есть мы один раз в месяц собираем обет веры. Что такое обет веры? Это то обещание, которое каждый человек, это не общее наше решение, типа, ну, давайте мы соберем все вместе. Нет, это каждый человек лично
обещает Богу, что он определенное время, мы берем обет этот на один год, то есть это один год, у нас есть миссионеры, есть служители, которые служат в тяжелых регионах, это Центральная Азия, это страны, где за проповедь Евангелия люди могут подвергаться гонениям, тюрьме, а иногда даже самой жизни могут лишиться. То есть это тяжелые регионы для проповеди Евангелия. Но люди, верующие, наши братья и сестры, продолжают нести там служение, несмотря на все эти трудности. А мы, как верующие, исполняющие Божье Слово, поддерживаем их в их служении, вот этими обетами веры. Во-первых, это молитва. То есть каждый, кто участвует в обете веры, в первую очередь он пообещал Богу, что он будет молиться за этого миссионера, за этого пастыря, который у нас есть в нашей церкви, есть определенный круг, кого мы поддерживаем. И кроме этого, он может финансово поддерживать. И это уже ваша часть, это та часть, которую вы обещаете Богу. Кто-то верит на 100 гривен, кто-то верит на 1000 гривен, кто-то верит... Я вам скажу сегодня, что я был на встрече с нашим другом, пастором Володей Хабаровым, и когда он мне сказал... кстати, мы от них взяли, ну, научились, или, как можно сказать, переняли вот это видение... И когда он мне сказал, сколько они в этом году обет веры взяли, мне аж как-то в сердце так затрепетало, ну, как, возможно ли такое? Он говорит: Рома, да, уже практически, ну, то, что они пообещали, они уже практически все это Богу отдали, отдали через обет веры. 60 тысяч. И как вы думаете, чего? Не гривен, а долларов. Церковь в Украине, в условиях войны, только вдумайтесь в это, в условиях войны они уже только на обет веры собрали и отправили миссионерам 60 тысяч долларов. Фух. Мне всегда хочется сказать: велик Господь. Вот реально, велик Бог. Потому что это не наше от того, что мы там, говорю, по сусекам поскребли, ну вот, ну то, что было, и собрали. Бог не ожидает от нашего, чтобы наше мало. Он говорит: я тот, который даю. Вам просто в это надо поверить. И вот обет веры в том и заключается, что мы обещаем Богу то, чего у нас еще нет. Как сделал Иаков, у которого вообще ничего не было. Как хорошее выражение, гол как сокол. Вот когда он из дома вышел, что у него было? Палка с собой была, и все. Да? Ничего у него не было. Он сказал, но он пообещал Богу: Бог, если у меня будет, я тебе дам из того, что будет. Вот если ты меня благословишь, я из того, чем ты меня благословишь, я тебе обещаю. Так же пообещала Анна, у которой детей не было, но сказала: Господи, если дашь мне ребенка, то я его отдам тебе на служение. Пообещала и исполнила. Иаков пообещал и исполнил, и Бог их благословил. Мы видим это в Писании, как Бог их благословил. Поэтому мы можем пообещать Богу: Господи, отдали мне долг, который, может быть, наверное, уже не отдавали. Или пришел какой-то прибыток, или я нашел, или устройство какое-то, и я знаю точно, что это ты, Бог. То я тебе обещаю, Господи, с этого дать часть на миссию. Это уже ваше сердце, ваше желание, сколько вы можете пообещать, насколько вы доверяете, насколько вы верите Богу. Поэтому это и называется обет веры. Доверяйте Богу. Верьте, что Он может дать, и будьте верными, когда даст, и вы увидите благословение своей жизни. И он свидетельствовал, также Володя Хабаров дальше свидетельствовал, что один из его, ну, это в его роду, то говорит Рома, говорит, когда они пообещали, самому было страшно. Просто суммы, мне назвать эти суммы, мне самому страшно. Говорит, они пообещали Богу столько, и, короче, и этот брат... У него на сегодняшний день, Бог так его благословил, у него зарплата или 5, или 6, вот это могу ошибиться, но или 5, или 6 тысяч долларов, только зарплата у него, потому что он пообещал Богу, дал, и так Бог и благословил. Зарплата. Поэтому, друзья, верьте Богу, ведь Он Бог, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Он такой же здесь Бог, в Америке Он такой же Бог, в Тернополе, ну, везде. Он один и тот же Бог, в Которого мы можем поверить, Которому мы можем довериться, Которому мы можем пообещать, и Бог верный выполняет свои обещания. Аминь.
Так что будьте благословенны. Итак, обет веры. И мы сегодня будем говорить о миссии церкви, о нашей миссии. И напоминаю, что же такое миссия? Что же такое миссия? Миссия – это дело или цель, или смысл существования. Это то, для чего человек живет, для чего существует наша церковь. Это то, для чего Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы выполнить миссию Бога. А мы, верующие люди, мы христиане, мы являемся Его учениками. Если мы сегодня считаем себя учениками Иисуса Христа, если ты сегодня, брат, дорогой мой, сестра, считаешь себя учеником Иисуса Христа, то ученик выполняет то, что ему говорит учитель. Потому что по-другому он не может себя считать учеником. Он может себя называть там слушателем, там, ну, как-то к Иисусу много, кстати, много приходило людей послушать у него. Вау, как красиво говорит, вау, какие дела он делает. Но от этого они учениками не стали. Так много сегодня людей, которые могут приходить, послушать, как красиво поют, как красиво тут рассказывают. Детки у них какие хорошие, но ничего с этим не делать. То есть, если вы не выполняете то, что говорит вам ваш учитель, наш Господь Иисус Христос, учениками себя считать нельзя. Христианами себя называть невозможно. Потому что христианин – это, как, кстати, название ученика Христа. Это ученик Иисуса Христа. Так вот, что делал наш учитель? И что он нам поручил делать? Сегодня уже об этом говорилось. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Это повеление. Это прямое повеление нашего Господа и нашего учителя. Чтобы мы шли во все народы, учили, наставляли, крестили. И чтобы они хранили то, чему их научили. Это своими словами. Выполняли миссию, ту миссию, которую выполнял Иисус Христос, то, что делал Иисус Христос. И вот чтобы нам понимать, чем нам заниматься, а ведь это действительно так, то есть сегодня люди могут или выполнять, то есть получается так, люди сегодня, верующие в Бога, они могут или выполнять миссию Иисуса Христа, или делать то, что они себе считают, ну, тоже хорошими, может быть, делами занимаются, ну, в своих глазах. Но делать надо не то, что нам кажется правильным, не то, что хорошо, а делать надо то, что делал наш Господь Иисус Христос и к чему Он нас призывает, и чему Он нас учит. Аминь, скажите. И вот мы сегодня с вами посмотрим, а что же, чем же, или в чем заключалась миссия Иисуса Христа. То есть, когда Он вышел на служение, Он не вышел и не делал то, что получится. Понимаете, иногда мы думаем, ну вот получается делать это, буду это делать, а вот, вот это. Нет, когда Иисус вышел на служение, Он конкретно, четко, ясно заявил о Своей миссии, для чего Он пришел на эту землю, чем Он будет заниматься, то есть Его план, Его задачи, Его цели, смысл Его пребывания, смысл Его служения. Читаем Евангелие от Луки, 4 глава, 18 вирш. Итак, когда Иисус вошел в синагогу, Ему подали книгу, в понимании нашем книга, это не так книга, там были свитки, то есть развернули свиток, Он нашел место и начал читать. Дал йому книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування».
Тобто он процитировал место, которое конкретно было написано в книге пророка Исаии в 61 главе. Но одно важно, что он не дочитал последний стих, где было сказано «и день мщения». Он остановился на лете Господнем благоприятном. Очень примечательно для тех, кто читает и изучает Библию. Я думаю, важно не просто читать Библию, важно ее изучать, к чему нас Слово Божие и призывает. Так вот, для тех, кто изучает, вникает, это на домашних группах вы можете разобрать, это будет очень интересно и важно для вас, что в пророчестве Исаии содержится обозначение всех видов помазания, существовавших в Ветхом Завете и присущих Мессии, именно того Мессии, которого они ожидали. Первое – пророческое помазание. Оно обозначено словами «благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем». Второе помазание – это царское помазание. «Возвещать пленным освобождение». Это привилегия царя. Это цари, когда завоевывали, они имели власть миловать, прощать, даровать жизнь, царское помазание. И третье помазание – это помазание первосвященника, проповедовать лето Господне, это юбилейный год. То есть каждый 50-й год первосвященник объявлял юбилейный год, когда в этот год прощались все долги, отдавались все земли, которые были взяты, например, там, в кредит там, или еще, и не могли люди выполнить. Это имел право делать только первосвященник. Итак, мы видим, когда мы читаем Библию, мы видим, что Иисус – это обещанный Мессия, пророк, царь и первосвященник. То есть, когда Он заявил эти места, он сказал, я тот пророк, который возвещает, я царь и я первосвященник. Господь Бог через Иисуса Христа посылает добрую весть всем нищим, исцеление сокрушенным, освобождение пленным и заключенным. Вот со всеми этими категориями, о которых мы с вами сейчас слышали, сокрушенные сердцем, слепые, заключенные, нищие, пострадавшие, со всеми произошла какая-то трагедия в жизни, случилась какая-то беда. То есть все эти люди в категории находятся нуждающихся. У них что-то неправильно. У них что-то поломано, что-то разрушено, чего-то они лишены. Это всегда ответ на нужду человека. И Иисус своим заявлением, своим провозглашением сказал, что «я иду к тем, кто имеет нужду». Дух помазал, то есть избрал на служение и наделил силой. Дух Божий, который пребывал на Иисусе, а сегодня пребывает на всех верующих, избрал и дал силы для служения. Для какого служения? Что делал Иисус, находясь на земле? Что Он провозглашал? Во-первых, благовествовать нищим. Кто такие нищие? В Евангелии от Луки, 6 глава, 20 стихе, мы читаем. Это Нагорная проповедь. «Авін, поглянувши на своїх учнів, почав говорити, блаженні в Богі, бо ваше є царство Боже». Ніші в українському «в Богі». Это люди, которые осознают свою нужду в Боге. Нищий духовно – это тот человек, который осознает свою нужду и зависимость от Бога. Самодовольных, самоправедных и самодостаточных это не касается.
Аминь, скажите. То есть людей, которые уверены в своей праведности, в своем безгрешии, самодах, которые говорят, да я и сам себе режиссер и хозяин, таких людей это слово не касается. Оно касается только нищих. Оно касается тех, которые осознают, что без Бога они никто и ничто. Они осознают, что если сегодня они не попросят, они не получат. Вы видели вещего, нищего в Богово, который требует, доказывает, навязывает? Нет, нищие, они смиренно просят. Еще раз хочу вам сказать, друзья, нищие смиренно просят, потому что понимают, если не выпросит, останется голодным. Нищие в корне отличаются от бедных, потому что у бедных есть, мало, но есть. А у нищего нет ничего. Поэтому человек осознает, Господи, у меня нет вообще ничего хорошего. Потому что очень часто люди говорят, ну ведь это у меня хорошее, и вот это у меня, да я не такой уж совсем и плохой. Да нет, нищий духом, который осознает, что его место в аду, если бы не Бог милующий, за все мои грехи, за все мои беззакония, за все мои проступки я достоин только одного – вечного наказания. Поэтому, Господи, будь милостив ко мне, грешнику! Нищий смиряется и начинает просить. И Бог отвечает. Написано, просите и получите, стучите и отворят, ищите и найдете. Это состояние человека нищего, нищего душой. Еще хочу обратить ваше внимание, что среди тех, которые ходили за Иисусом Христом, материально богатых было очень мало. Ну, не скажешь, что их вообще не было, но их было мало. Ну, были такие ученики, как Иосиф Аримафейский, очень богатый, влиятельный человек. То есть были среди учеников Иисуса Христа и богатые, и влиятельные люди, но по количеству, или как мы говорим, по процентному содержанию, их было очень мало. Основная категория людей, которые за ним ходила, это были нищие, это были бедные, это были небогатые люди. Знаете, что первых учеников и вообще историки описывают, когда христианство развивалось, начиналось, что наше христианство называли религией рабов. Но чтобы вы понимали, это было название не в хорошем плане, типа рабы Божьи. Нет, это было в прямом упоминании, что большинство из уверующих это были рабы, которые не имели ничего. Это была религия рабов. И бедных людей. Сам Господь Иисус, когда отвечал Иоанну Крестителю, когда учеников, помните, послал Иоанн Креститель и сказал, ты ли это? То есть, ты ли тот Мессия, обещанный, кого все ждут? И что ответил Иисус Христос ему? Евангелие от Матфея, 11 раздел. А Иисус увидповедь, сказав им, «Идите и исповестите Иванови, что чуете и бачите, слепы прозревают, криви ходят, прокоженные очищаются, глухи чуют, мертвы встают, убогим звещается Евангелие». То есть нищим проповедуется Евангелие. И служение Иисуса Христа было в первую очередь направлено для людей нуждающихся, нищих духовно, нищих физически. Он кормил голодных, давал нуждающимся. Чем сегодня церковь должна заниматься? Если мы ученики Иисуса Христа,
если мы выполняем Его миссию, то наше прямое, первое предназначение – это служение таким людям. Аминь, скажите, друзья. Ведь опять-таки, обращаясь к этому, говорим, если мы Его ученики, то мы делаем то, что Он делал. И это было на первом месте, это были первые слова, это было Его самое первое провозглашение и повеление. Я для этого пришел благовествовать нищим, нуждающимся. Второе, Иисус заявляет дальше, исцелять сокрушенных сердцем. Врачи, доктора, они подтвердят, что большинство болезней, ну, может быть, большинство будет сказано сильно громко, но много болезней физических связано с духовными болезнями. Вернее так, если у человека что-то не в порядке в духовном, душевном, то это переносится также на физическое, то есть оно связано. Почти всегда душевные и физические болезни взаимосвязаны. Мы это можем увидеть на примере в Библии женщины, страдавшей кровотечением. Евангелие от Марка, 5 раздел, 25 вірш. «А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, багато нетерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше». Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила, якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорили йому, ти ж бачиш, що натовп тебе тисне, і запитуєш, хто доторкнувся до мене? Оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї, дочко, віра твоя спасла тебе. Йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Чому їй врачі помочь не могли? Не из-за того, что они неквалифицированные были. Причина заболевания была духовная. И поэтому она не могла получить исцеление. Рана была, кровь текла, но это была не физическая причина у этой болезни. У нее была духовная причина. И как только духовное было вылечено, как только она прикоснулась, я когда-то проповедовал на эту тему, что проблема была духовная, связана с исполнением закона, заповеди Божьей. Как только она это поняла, коснулась края одежды, которые символизировали заповеди Бога, отношения между Богом и человеком. Все! Восстановились отношения с Богом, восстановилась ее душа и восстановилось ее тело, получило исцеление. Иисус исцелял сокрушенных сердцем. Еще один хороший пример – это женщина у колодца, у которой было разбитое сердце. Как вы думаете, имея 5 мужей, может ли быть сердце целым? Конечно же, ее разбили. Разбитое сердце. Один бросил, второй бросил, третий бросил, четвертый. Он пришел для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем. Он исцелил ее сердце. Он исцелил сердце Петра, когда тот после предательства находился в разбитом состоянии. И сказал, паси агнцев моих. Сокрушенное сердце – это разбитое сердце. Это люди, которые потеряли надежду, разочаровались в себе, разочаровались в жизни, разочаровались в людях. Как много сейчас людей, которые потеряли смысл и цель жизни среди нас во время эпидемии, которая была, во время войны.
Иисус пришел к ним, к таким людям, чтобы исцелить разбитые сердца, дать надежду, дать цель и смысл в жизни. Он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Чем сегодня церковь должна заниматься? Чем сегодня должны заниматься его ученики? Это мы. Какой нашей должна быть миссия? Нашей миссией должно быть служение таким людям, которые потеряли надежду, у которых разбиты сердца, которые разочаровались во власти этой, разочаровались в людях, разочаровались иногда в самих себе, в своих возможностях. Смогу ли я? Иисус говорит: сможешь, только веруй. Третье, что провозгласил Иисус Христос, проповедовать пленным освобождение. Кто такие пленные? Заключенные. Но обычно люди считают, это те, которые ограничены в свободе, те, которые не могут делать то, что они хотят. Вот заключенный, например, находится человек, вот все, значит, он заключенный. А если ты на свободе, то живи. В жизни надо попробовать все. Ты не ограничен, делай, что хочешь, когда хочешь. Ну, такое понимание свободы. Девиз живущих без Бога людей: делай, что хочешь, не дай себя ограничивать. Да, мы это часто слышим. Что вы меня ограничиваете, мои желания? Возьми от жизни все, потому что мы живем только один раз. Тоже люди говорят. Но Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, для тех, которые считали себя свободными. Вот такие люди, они считают себя свободными. Они так думают: так, вот если в церковь пойду, вот тогда я уже буду не свободный, бо мне уже будут говорить, что мне можно, что нельзя. А так, я свободен. Что хочу, то и делаю. Хочу – курю. Хочу – не курю. Я говорю: а что ж ты это самое? А вот хочу, делаю, что хочу. Да, так люди говорят. Ну, читаем, давайте читаем. Евангелие от Иоанна, 8 раздел. Это обращает Иисус к тем, которые считали себя свободными. «Тож промовив Иисус до тих юдеїв, які повірили в Нього, якщо ви будете перебувати в Моєму Слові, тоді справді будете Моїми учнями і пізнайте істину, а істина вас вільними зробить». Вони відповіли йому: «Ми є потомками Авраама і не були ні в кого і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станете вільними?» Відповів їм Ісус: «Істина, істину кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха». Невільником гріха або рабом гріха. Тобто ті люди, які говорят, что они свободны, на самом деле, если ты не веришь в Бога, если ты говоришь, что я делаю, что хочу, на самом деле это обман и обольщение дьявола. Если ты делаешь грех, ты раб греха. Грех тебе указывает, что делать. Ты становишься заложником греха, его невольником. И освобождение от греха может дать только лишь Иисус Христос. Запомните, никто и ничто в этом мире не может человека освободить от греха. От самого греха и от последствий греха, от чувства вины. Это может сделать только лишь Иисус Христос. Для этого Он и пришел, чтобы освободить, исцелить людей от греха и сделать их свободными. Настоящая свобода, друзья, это свобода не грешить. Аллилуйя! Скажите аминь. Свободу, которую дал Иисус Христос, это свобода не грешить. Это не наоборот, что я делаю, что хочу и грешу, и потом впоследствии человек становится рабом греха. Настоящая свобода, которую принес Иисус Христос, это свобода не грешить, жить свято. Чем сегодня церковь занимается?
чем сегодня мы занимаемся, в чем состоит миссия церкви и повеление Иисуса Христа. Это проповедовать и давать людям свободу в Иисусе Христе, освобождение от греха и от греховной жизни, чтобы они стали свободными. Четвертое, что сделал Иисус Христос и чем занимается и должна заниматься сегодня церковь, проповедовать слепым прозрение. Есть физическая слепота, друзья, но есть еще и слепота духовная. И самый наглядный, яркий пример этого исцеления мы видим в Евангелии от Марка, 10 глава. Это исцеление слепого Вартимея. Марк, 10 раздел, 51 вірш. «И у відповідь Иисус промовив до нього, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? І сліпий відказав йому, учителю, щоб я прозрів. Иисус же сказав йому, йди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним». Это дуже цікавое, дуже интересное место Писания. Много проповедей я слышал на эту тему. И на что я обратил внимание, что для меня ценно и дорого в этом месте, когда этот человек прозрел, он не пошел, куда глаза глядят. Бо очень многие люди, после того, как они получили от Бога исцеление, прозрение, они сразу: «Вау, весь мир теперь! То есть я был ограничен, а теперь я вижу! И я могу идти и делать то, что я хочу, то, что я всегда хотел, может быть, мечтал, не мог. И вот все, и теперь я свободный, я уже независимый, я уже не колюсь, не пью, там, не курю, у меня уже все, а теперь я могу делать то, что я хочу». И так... К сожалению, так иногда происходит. Но этот человек, Вартимей, написано, не пошел, что теперь, как говорят, перед ним весь свет теперь, весь мир открытый, он видит, он может. А за кем он пошел? Он пошел за тем, кто открыл ему глаза. Написано, и пошел за Иисусом. Никуда меня сердце влечет, никуда меня очи ведут. Потому что часто наши очи ведут нас, ну, совсем не туда, куда надо. А пошел за Иисусом. Итак, Иисус провозгласил: «Я пришел для того, чтобы открыть глаза слепым». Слепым физически, буквально. Но есть еще слепота духовная, которая не менее, а может даже более страшна. Помните место, когда... мы уже упоминали его, в Евангелии от Иоанна, 4 глава, женщина у колодца, когда Иисус ей открылся, то она сказала такие слова. Иоанна 4:19. «И каже жінка ему, пане, я бачу, що ты пророк». До этого она не видела, до этого у нее было свое представление о Боге, о месте поклонения. То есть что такое духовная слепота? Это заблуждение, в первую очередь. Это когда человек заблуждается, кто истинный Бог, что такое истинная церковь, не понимает духовных законов, не понимает духовной жизни. Это духовная слепота, какие-то свои убеждения. Но в этот момент Бог открывает ей себя. Она видит в нем того, кто говорит о смысле жизни. Она говорит: «Бачу, вот теперь я бачу». То есть Иисус пришел для того, чтобы люди получили не только физическое исцеление, прозрение, а чтобы у них прозрение прошло духовное. Духовное, чтобы они прозрели. Слово Божие говорит: если и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Духовно слепые люди – это неверующие, которым сатана ослепил умы. И Иисус пришел разрушить все дела дьявола, отпустить измученных на свободу и дать слепым прозрение, чтобы для них воссиял свет правды. Чем сегодня должна заниматься церковь, его ученики, мы с вами?
какая наша миссия? Это идти и как физически помогать людям получить исцеление, так и духовно. Задача церкви – открывать глаза тем, которые находятся в духовной тьме. И, кстати, то, что мы делаем, и миссией нашей церкви является проповедь Евангелия народам, которые сегодня находятся в самой страшной тьме. Тьма духовная – это отсутствие Евангелия. Евангелие является светом. А там, где нет Евангелия, там находится настоящая тьма. Я уже свидетельствовал об этом, что она реально, эта тьма, вот это состояние, когда нету рядом ни одной церкви, нигде не проповедуется. Есть места, мы говорим об Центральной Азии, на Памире в том числе, где в ближайшие сотни километров нет ни одного верующего. То есть там не совершается ни одной молитвы к всемогущему Богу. Там нет ни одной церкви. Там никогда не проповедовалось Евангелие. Там царство тьмы и дьявола. Страшное безбожие, оккультизм, сатанизм. Кое-где мусульманство с такими, как у нас говорят, языческими наворотами, с жертвоприношениями и со всем остальным. Духовная тьма. Чем сегодня церковь занимается? Чем должна заниматься церковь? Какая миссия сегодня у нас? Это идти туда и нести туда свет Евангелия. Чтобы они прозрели, чтобы для них этот свет воссиял. Если церковь сегодня туда не придет, ангелы туда не прилетают, друзья. Да, они есть, но они не прилетают. И благовестие сегодня идет не через ангелов, и не голос с неба, а это голос верующих людей, которые идут в эту тьму, донося туда истину о Боге. Этим сегодня церковь должна заниматься. Это миссия церкви. Пятое, что провозгласил Иисус Христос. Отпустить измученных на свободу. Он пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу. И в первую очередь это демоническая зависимость. Потому что люди, подверженные демоническому влиянию, они измучены. Дьявол измывается, изгаляется над такими людьми. Когда человек попадает под влияние демонической силы, мы об этом читаем в Евангелии, когда речь идет о гадаринском бесноватом. Это как один из примеров. Там много разных таких примеров. Но что происходило с гадаринским бесноватым? Написано, что дьявол бросал его, что он был голый, что его связывали цепями, в ранах. То есть он, можно сказать, знущался, хорошее украинское слово, знущался, издевался над человеком. Иисус пришел для того, чтобы таких людей отпустить на свободу, измученных. Освобождение демонической зависимости – и, конечно же, от греховной зависимости. Евангелие от Марка, 1 глава, 23 стих, мы читаем. «И как раз був у ихней синагозе бесноватый человек, и він закричав, запитуючи, що тобі до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел выгубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши, замовкни і вийди з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшив з нього. І жахнулися всі, так що запитували один одного, говорячи, що це? Нове вчення з владою. Навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. Амінь, слово Господнє. Я вам хочу сказати, що не тільки прямая одержимость розбиває життя чоловіка. Греховна залежність, алкогольна залежність, наркотична, само значення – залежність. То есть человек становится несвободным, уже его грех контролирует, мучает, издевается. И издевается не только над этим человеком, издевается над его родными, над его близкими, вообще над всем окружением.
Если человек находится в такой зависимости, как в демонической, так оккультной зависимости, алкогольной, наркотической, игровой и другой зависимости, это разбивает и его жизнь, это разбивает жизнь его родных, близких и общество, наверное, которое рядом с ним. Иисус пришел для того, чтобы отпустить таких людей на свободу. Чем должна заниматься сегодня церковь, я спрашиваю? Чем должна заниматься сегодня церковь? Какая миссия сегодня церкви, если она ученик Иисуса Христа? Конечно же, освобождать таких людей. Поэтому мы этим и занимаемся, дорогие мои. Именно поэтому сегодня у нас существуют дома милосердия, реабилитационные программы, служение для родственников. А также мы молимся за изгнание бесов. Потому что это миссия, которую Бог поручил нам делать. В Деяниях апостолов, 10 глава, 38 стих, также сказано. Про Иисуса из Назарета, якого помазав Бог Духом Святым і силою, і він ходив, роблячи добро і оздоровлюючи всіх поневолених дьяволом, тому що Бог був з ним. Ну, вообще, я думаю, на эту тему отдельно буду проповідь готовить. Оздоровлюючи всіх поневолених дьяволом. То из этого места Писания следует, что если человек болеет, то это еще оказывается, может быть, связано с тем, что дьявол в его жизни повлиял, поработал, можно так сказать. Или у него есть какие-то связи, или человек связан чем-то. Потому что Иисус исцелял тех, которые были связаны дьяволом. Прямая зависимость есть между дьяволом и болезнями. Чем сегодня церковь занимается? Освобождает и исцеляет, отпускает на свободу. Но я хочу на этом тоже немножко остановиться. А для чего Бог освобождает? Для чего Бог освободил евреев из Египта? Просто чтобы они были свободны? Написано, что для того, чтобы привести их к себе. Так буквально сказано. Вы помните, что я носил вас, как на орлиных крыльях. Для чего? Ну, чтобы вы носились и были чувствительны. Нет. Для того, чтобы привести вас к себе. Цель Бога, когда Он дает свободу, чтобы человек был с Богом, чтобы он был с Ним, чтобы он был твоим Богом. И последнее, что провозгласил Иисус Христос в своей миссии, проповедовать лето Господне благоприятное. Знаете, интересно, что у нас сегодня первый день лета. Или же второй? Второй день лета. Первое воскресенье, я так имел в виду. Первое воскресенье летом. Проповедовать лето Господне. Ну, лето – это не смысл лета. Вот, ну, тоже надо быть честным, отдать. Это не говорится о лете, как в смысле пора года. Лето – это от слова «время». То есть вот выражение «летопись», да? То есть это время. Он говорит, я пришел проповедовать определенное время. И это время, это благоприятное время, это был прообраз этого года, юбилейного года. У евреев в законе Моисея было такое повеление, что на 50-й год все должники, которые были должны, они освобождались от своих долгов, им прощались долги. Если твоя земля была заложена, например, да, то у каждого человека был свой надел. И вот, ну, обстоятельства могли быть такие, что человеку надо было там заложить эту землю или даже продать эту землю. Но она за ним, ну, она была его, когда-то она была его, например, там 30 лет назад. Так вот, в наступлении 50-го года земля возвращалась к ее хозяину. Долги, которые у тебя были, прощались. Рабы, которые были завоеваны, отпускались. То есть это было благоприятно, это было, ну, такое счастье для людей. Вот хочу на этом месте, ну, сделать ударение. Мне так это нравится идея и вообще вот это понимание. Знаете, что счастье только для тех, у которых была проблема. Вот по-настоящему это благоприятным и счастливым этот год был только для тех, которые были в проблеме.
подумайте над теми, у кого проблем не было. То есть, кто наоборот обладал или дал кредит. То есть, это ж ему деньги, ну, то есть, например, тем, у которых была земля, это, например, там заложено, да, то есть, они обладали землей, или деньгами обладали, или рабами обладали. То есть, для них как раз-таки это был, ну, вообще неблагоприятный год. Для них это не было счастьем. Потому что они сегодня, то есть у меня есть раб, который на меня работает, там 10 рабов, которые на меня работают, работают на моих там виноградниках или чем-то. А тут, короче, я понимаю, что все, нема, в этот год мне эти рабы от меня уйдут. Не знаю, что уйдут. Хочу, отпущу, не отпущу. Нет, это был закон. Все, они ушли, и все. Какое ж тут счастье? Я теряю. Счастьем это было только для тех, которые находились в нужде, у которых была проблема. Поэтому Иисус говорит, что это благоприятный год для тех, у которых есть нужда, у которых есть проблема. Бог, Иисус Христос, пришел для того, чтобы люди могли быть счастливыми, тех, которые в нужде. Он сказал, что вместо пепла будет награда. Вместо плача у них будет радость. Именно для этого он пришел. Чем сегодня должна заниматься церковь? Она сегодня должна проповедовать это освобождение, что в Иисусе Христе тебе прощаются все долги. Все твои грехи могут быть прощены. Все твои проблемы могут быть решены в Иисусе Христе. Он для этого пришел, и он имеет для этого силу. Знаете, что иногда мы хотим сделать людям добро, но у нас нет возможности. Мы говорим, ну, я ничего для... Мне тебя жаль, я тебя понимаю, но я тебе ничем не могу помочь. Да? Бывает так? То есть мы понимаем, что мы помочь не можем. Но Бог не так. Он говорит, я имею не только желание и намерение, я имею также и силу, и возможность сделать тебя счастливым, отпустить измученных на свободу. В книге «Деяния апостолов», 10 глава, 38 стих. Мы это место прочитали. И 1 Иоанна, 2 глава, 20 стих. Иисус был помазан, и благодаря этому помазанию Божья сила, действующая через Него, освобождала, исцеляла людей. А верующих же она с вами. В Евангелии, в первом послании от Иоанна написано, 20 глава, 20 стих. «Та вы маете помазання від святого, и вы, и все вы знаете». Так, правильно? «Вы маете помазання від святого». Это значит, что Бог может использовать вас, тебя, дорогой мой брат и сестра, меня, для того, чтобы... Если мы имеем помазание, если мы имеем того же Духа Святого, которого Иисус Христос имел на себе, Его силу, Его действие. Написано, что вы примете силу. Мы читаем в Деяниях апостолов. Вы примете силу. О какой силе идет речь? Для чего нам дана сила от Бога? Для чего нам дарован Дух Святой? Для того, чтобы мы с вами благовествовали нищим, исцеляли сокрушенных сердцем, проповедовали пленным освобождение, слепым прозрение, чтобы мы просвещали находящихся во тьме, чтобы мы освобождали тех, которые являются рабами греха, и чтобы мы благовествовали о милости Божией, что еще есть время. Почему Иисус не сказал вторую часть о суде Божьем? Потому что сейчас лето благоприятное. Сейчас возможность для людей получать от Бога исцеление, прощение. Но вы знаете, это время закончится. Благоприятное время, оно закончится. Время Духа Святого и возможности, которые сегодня есть, в том числе и для проповеди Евангелия тем народам, которые не знают. Возможность, чтобы люди получали освобождение, исцеление, это время закончится. Написано, что придет время, когда Дух Святой будет взят с земли, когда не будет такой возможности. Сегодня для церкви есть это благоприятное время. И наша обязанность, наша ответственность как церкви, это наша миссия выполнять и делать то, что заповедал нам Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Итак, идите, идите во все народы
проповедовать Евангелие, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Батько Небесне, ми дякуємо тобі за Твоє Слово, за натхнення від Духа Святого. Ми дякуємо, що Ти дарував нам все необхідне для того, щоб ми жили, служили, проповідували Євангеліє, прославляли Твоє ім'я. Допоможи нам, Господи, бути Твоїми учнями і виконувати все те, що Ти заповідав нам в Своєму Слові. Ми просимо про це в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.